Ребята, всем здрасте, всем доброе время суток. Спасибо, что решили посмотреть мое видео. Итак, мы играем дальше в эту интересную игру. Да, игра очень прикольная. Ох, ваш компьютер сломался. Да, ком у меня в той серии, конечно, полетел. И денег нету, чтобы на ком починить или что-то сделать. И подписчики потихонечку отписываются. Были... У меня было на 7 тысяч, сейчас 5 тысяч. Как можно срочно нужно игру снимать. Блин, какой тут общаться? Так, работать дальше, дальше работать. 40. Ребята, напишите в комментариях, как мне снимать видео 4К или 720 разрешение, но будет очень отличное видео. На работу. Бедный несчастный. Эй, я слышал, у тебя есть парочки крутых игр, я хочу это пробовать. Так, поесть обязательно. И салатик покушаем, давайте. Так, работать. Помтинчик, это хорошо. Нам нужен компьютер. Ну, блин, а у нас компьютер-то полетел. Нет, не хочу я общаться ни с кем. Так, работать. Червонец хотя бы заработать, да. Спать нужно. Все, спать с человеком. Очень сильно устал. Понятно, я уже понял, что подписчики уходят. Видео надо новое. Тут еще и этот. Тут у меня вообще ком полетел. Приходят, что-то тут делают. Так, работать. Полтинник. Там посмотрим, сколько он стоит это. Так, июнь. У нас заказ на июнь, да? Нужно сделать игру. Понятно. Это хорошо. Сегодня 22 уже. Так, заказ надо. Работать.
сейчас денежки, думаю, заработаем. И тогда выполним заказ. То есть сначала купить нам компьютер надо, ёб. Нахрен ты. Так, привет, я ваш самый большой фанат, я не хочу выглядеть как маньяк, но не могли бы вы продать мне за 30 зеленых? Да, игра очень крутая. Что самое главное, все как будто в жизни. Так, давайте покушаем. Покушать. Все как в реальности. Все нужно покупать, все делать. Хочу я ни с кем общаться. Так, выбираем игру. Купить. Так. Блять, а у нас комп-то. Блять, проблемы за проблемами. Вроде денежки собрал, теперь. Работает. Так, да нет. Хорошо. Так, да понятно, я уж понял, что мы теряем. Так, покушать надо. Поедим что-нибудь, закусим. Так, хлеб. Покушаем хлеб. Так, выбираем игру. Так, блин, у нас... Так, ладно, ребята, нам надо поработать еще. Сходим, поработаем. Ух, за 40 долларов, ну-ка. Короче, 500 нам надо. А сегодня уже 26-е, ё-моё. А нам надо игру записать. Ничего себе. Приходят тут соседи всякие, пользуются компьютером. Хотя бы денежку подкинули за использование кома. Так, спать. Поработали, теперь поспать надо. Так, покушать. Это
поесть нормально. Так, газировка. Газ, вода, как сильно добавляет, да? Так, идем на работу. $40, так, Так, сегодня 28-й уже. До конца месяца надо нам игру сделать. Заказ выполнить. Так. Хорошо, ну и... еще вот. Пойдем. Утро ты тратим весь день на загрузки. Понятно. Так, ну все. Так, какой тут общаться? Выбираем игру. Окей. Так, купить. Наконец-то в Рокиком работает, и денежки собрали. Так, покупаем. Ну все. Все. $46 осталось у нас. Хорошо. Ждем посылочку. Нет, нам ничего не нахрен. Открываем. Хорошо, так. Да блин, я ж купил. Что еще надо? Все, короче, провалим задание. Твою мать. Спать хочешь? Конец игры. Еще один месяц неоплаченных счетов. Я снимал. Да, уж. Нет, а где этот? Ё-моё, да где у меня этот? Да уж, тяжеловато. Так, выбираем игру. Купить. Что мы сможем купить тут? Хорошо. Заняться шопингом. Чё, компьютер? Да блин.
Так, пойдем на работу, сходим. Работать. 60, 12 часов работы. Задание то завалил. Так, ребята, я на этом заканчиваю видео. Всем спасибо, кто смотрел видео. Выходим отсюда. Всем спасибо, кто смотрел видео. Если что-то не так, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые видео. Всем пока, всем удачи.